Дом по улице Балаклавская, 4 был построен около 60 лет назад. За все это время капитальный ремонт здания не делали, а необходимость проведения работ возникла уже давно. На сегодняшний день здесь обновили металлические конструкции, отремонтировали кровлю и стропильные системы. Мы счастливы, что у нас произведен ремонт кровли. Конечно, лучше, о чем вы говорите. Почувствуйте разницу. Мы уже прошли дожди. Вот во время ремонта у нас были дожди, и надо сказать, что гораздо лучше. Первоначально по программе на объекте планировалось выполнить ремонт кровли в декабре прошлого года. Но жильцам было предложено провести работы ближе к концу зимы, когда пройдут холода и будет меньше дождей, чтобы не затопить квартиры. Общим собранием жители проголосовали за перенос сроков работ. Начали ремонт в конце февраля, а сдали объект 23 марта. Нету жалоб жителей, не было подтопления квартир. Подрядная организация полностью завершила работы в течение календарного месяца, что говорит о том, что уже повысился уровень организации работ, повысилось качество применяемых материалов. Я думаю, что в этом году мы гораздо более эффективно проведем работы, нежели в прошлом. В сфере очень многих заливов по другим домам, которые были раскрыты, жильцы не дали согласия, чтобы мы проводили работы в осенне-зимний период. В связи с тем, что зима у нас была суровая, а весна, вот, на удивление, по календарю наступила, поэтому 27 февраля мы подписали акт на передачу в капитальный ремонт этого дома и приступили к работам. Жильцы этого дома обратили внимание на неудовлетворительное состояние фасада здания. Но капитальный ремонт запланирован лишь в 2024 году. По словам Андрея Сергеевича Чибисова, выход из этой ситуации – проведение ремонта силами управляющей компании в текущем году. В целом же в рамках региональной программы в 2017 капитально отремонтируют 450 многоквартирных домов. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей из городского бюджета и около 430 миллионов взносы жителей за капремонт. В этом году мы начали капитальный ремонт практически на 6 месяцев раньше, чем в 2016 году. Это позволяет надеяться на то, что мы в полном объеме проведем все необходимые работы до начала осенне-зимнего периода и к концу сентября месяца уже завершим ремонты на 450 домах. По словам Андрея Чибисова, сейчас капитальный ремонт многоквартирных домов проводится на 65 объектах. Святослав Данилов, Андрей Темчук, информационный канал Севастополя.